Құрметті елбасы, индустрияландырудың екінші бес жылдығының төртінші жылын тәмамдап жатырмыз. 2018 жылы жалпы құны 1,2 триллион теңге болатын 100-ден астам нысан іске қосылып, 13 мың жұмыс орны ашылды. Сейчас на прямой связи с вами находятся 7 тысяч работников индустриальных проектов. Участники телемоста 2018, 28 предприятий Казахстана, которые представляют все регионы нашей огромной страны. Еліміздегі индустриалды серпіннің арқасында халықтың өмір сүру сапасы артты. Жаңа жұмыс орындары, заманауи инфрақұрылым, цифрлық қызметтер мен сервистер. Мұның барлығы Нұрсұлтан Әбішұлы, сіздің сарабдал саясатыңыздың жемісі. За 9 лет индустриализации изменился облик казахстанской промышленности. Вырос уровень компетенции казахстанских инженеров и рабочих. 2018 жылдың қорытындысы бұл Қазақстанның тарихи жылнамасындағы жаңа жеңістер. Экранға назар салыңыздар. Жыл бойы қарқынды өсім. Бүгінде индустриалды бағдарлама әртараптандырылған жаңа экономиканың басты қозғаушы күші. Қазақстан бүкіл әлемдік банктің Doing Business рейтингісінде кәсіпкерлікті қолдау бойынша 28-ші орында. Әлемдік сарапшылар елімізді ортадан жоғары кірісі бар мемлекеттер қатарына кіргізген. Себебі Қазақстан 2 жыл қатарынан миноритарлық инвесторларды қорғау санатында әлемдік көшбасшылықты ұстап отыр. Осы күні тікелей шетелдік инвестицияның 1/4 бөлігі өңдеу кәсібінің еншісінде. Индустрияландыру жылдары оның өнеркәсіптегі үлесі 40%-дан асты, ал еңбек өнімділігі 8 мың долларға өсті. Елбасы жолдауында жоғары сапалы қайта өңдеу өнімдеріне басымдық берілетін туралы экспорттық стратегияда нақты айтылған. Қазіргі таңда шетелге шығатын өнім көлемінің 1/3 бөлігі өңдеу секторына тиесілі. Қазақстанда жасалған 800 тауар әлемнің 100-ден астам еліне сатылып жатыр. Қарапайым заттар экономикасы экспорттық әлеуетті жүзеге асыру үшін ғана емес, ішкі нарықты отандық тауарлармен толтыру үшін де қажет. Көлік құралдарын жою мен алтын құрамды техногенді минералды түзілістерді қайта өңдеу бірегей кәсіпорындары қарқын алып жатыр. Әлемдік аэроғарыш саласындағы қазақстандық алпауыттың үлесі 17%-ға жетті. Сыртқы әсерлердің қатерін басынан өткізген тау-кен металлургиялық сала даму қалпына жылдам келді. Индустрияландыру картасын қабылдағалы бері химия өнеркәсібінде бұрын-соңды өндірілмеген каустикалық сода, натрий гипохлориді, тұз қышқылы, цианид пен натрий гексаметафосфаты шығарыла бастады. Фармацевтикалық салада импорттың орнын басу белсенді түрде жүргізіліп келеді. Аллергияға қарсы кардиологиялық препараттар, медициналық қолғаптар мен маскалар және рентген құрылғылары өзімізде өндіріле бастады. Өңдеу өнеркәсібіндегі кәсіпорындарда 600 мыңға тарта адам жұмыс істейді. Халықтың жағдайы мен олардың жалақысының өсімі бизнестің әлеуметтік жауапкершілігіне артылған елбасы белгілеген басымдықтардың бірі. Кәсіпкерлікті қолдау мақсатында елімізде бірегей мүмкіндіктер ашылды. Мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асуы, заңнамалық жетілдірулер мен рәсімдерді жеңілдету қолайлы инвестициялық жағдай тудыртып отыр. Елбасымен тікелей байланысқа тау-кен металлургия кешенінің өкілдері шығып тұр. Коллективы двух крупных гигантов отрасли, Бакырчикского горнодобывающего предприятия и Сарарка Копер Процессинг, в этом году закончили строительство и в декабре готовы выйти на производственные мощности. Шығыс Қазақстан және Қарғанды облыстары мемлекет басшысымен тікелей байланыста. Металлургтер, сөз кезегі өздеріңізде. Господин президент, с нуля построен современный горнообогатительный комплекс с использованием передового оборудования и технологий, который будет производить в среднем 10 тонн золота в концентрате в год. Реализация проекта позволит добывать в течение 9 лет золотосодержащую руду открытым способом, а затем перейти на подземную добычу. Производительность горно-обогатительного комплекса составит 2 миллиона тонн руды в год. Это уникальный проект, который прошел путь от разработки до производства, вышел на запланированную мощность и произвел уже 3 тонны золота в концентрате. Құрметті елбасы! Мне 29 лет, я родом из семьи, из простой семьи. Всю жизнь мечтал о том, чтобы стать геологом, и счастлив, что добился желаемого. Нурсултан Абишевич, вы всегда говорили, что человек труда – это опора страны. Вы и сами металлург, который знает, что такое работать руками. Вы многое сделали и продолжаете делать, чтобы десятки тысяч молодых казахстанцев получали качественное профессиональное образование. Молодое поколение говорит вам спасибо за то, что помогаете нам реализовать свой потенциал, свою мечту и внести в лепту в развитие индустриального Казахстана. Аса құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, Сарарқа Копер Процессинг компаниясы Қарағанды облысы Алмалы кен орнында катодты мұз өндіру заводын тестілі түрде іске қосты. Қазіргі таңда барлық сынақ жұмыстары аяқталып, алғашқы 1000 тонна өнім шығарылды. Жоба барысында 550 жаңа жұмыс орнын ашпақпыз. Біздің өнеркәсіп индустрия 4
0 және өнеркәсіптік цифрландыруға көшу бағдарламасының талаптарына сай. Сіз әрдайым қазақстандық металлургтерге қолдау көрсетесіз. Сіздің арқаңызда біз жаңа өндіріс кезеңдерін меңгердік. Өзіңіздің қолдауыңызды сезініп, тәуелсіз әрі қуатты Қазақстанның өркендеуі үшін жұмыс істейтін боламыз. Құрметті елбасы, екі бірдей кәсіпорынды толық өндіріске қосуға рұқсат беріңіз. Рұқсат екеуі де елге өте қажет кәсіпорындар. Көптен күтілген бақырсық ское месторождение, очень сложный состав руды. Его переработка давным-давно мы подходили, не могли решить. Наконец мы это делаем, и на этом руднике будет добываться 44 тонны металлического золота. И в целом Казахстан теперь вышел на уровень 85 тонн золота в год. Это огромный показатель. В мировом масштабе мы занимаем где-то в десятке, наверное, первых. Табысты болыңдар, рахмет. Заводтарды іске қосыңдар. Еще три индустриальных проекта ждут вашей команды на старт. Речь идет о новом комплексе для отечественных железных дорог в Экибастузе компании «Проммашкомплект». Шымкенттен «Азия Трафо» күштік трансформаторлар өндіру зауыты. Третьим в этой компании новых производств стал инвестиционный казахстанско-китайский проект «Гижубаш» или «Цемент» в Кызылординской области. Құрметті елбасы, то «Проммашкомплект» завершило строительство завода по производству железнодорожных колес мощностью 200 тысяч штук в год. Это высокотехнологичное, на 100% импортозамещающее производство. Стоимость проекта 54 миллиарда тенге, из которых 36 миллиардов – кредитная линия Банка развития Казахстана. При выходе на производственную мощность штат промашкомплекта будет составлять более 1000 человек. Две трети продукции будет поставляться на внешние рынки. Ну, Рустам Абишевич, для нас огромная честь, что именно вы дадите команду на старт нового комплекса. Құрметті Нұрсұлтан Абишұлы, Азия Трафо бұл инновациялық кәсіпорын. Біз өндірістік қуатымызды артырып қана қоймай, орталық Азияда теңдігі жоқ электрсынақ зертханасын құрдық. Жобаның алғашқы кезеңін аяқтадық. Нәтижесінде Қазақстан тарихында бірінші болып кернеуі 220-500 киловольттық трансформаторлар өндірісін жолға қойдық. Екінші кезде біз цифрлық трансформаторларды өндіруді жоспарлап отырмыз. Бүгінде жүздеген кәсіпорын серпінді түрде дамып, осы уақытқа дейін еліміз импорттап келген өнімдерді өздері шығара бастаған үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Қадірлі президент, біздің кәсіпорын Қазақстанда қалыптасқан қолайлы инвестициялық ахуалдың жемісі. Бүкіл әлем инвестициялар мен технологияларды тарту жолындағы сіздің еңбегіңізді жақсы біледі. Біздің жоба Қазақстан-Қытай серіктестігінің нәтижесі. Қазақстанның үш бірдей жаңа өндірісінің ұжымдары сізден кәсіпорындарды іске қосуды сұрайды. Баршаларыңызды осы табыстарменен шын жүрегімнен құттықтаймын. Бұл үш өндірістің үшеуі де Қазақстанда бұрын болмаған. Производство колес для железнодорожных составов это была наша импортная позиция. Трансформаторы такой мощности мы не производили. И в таком депрессивном регионе, как Кызылорда, цементный завод, я давно знаю, давно мы ждали ввод этих предприятий. И это новое слово в индустриализации нашей страны. Всем рабочим, строителям, монтажникам, эксплуатационникам говорю большую благодарность и желаю больших успехов. Давайте запустим предприятие и пусть люди начнут работать, производить продукцию. –
Господин президент, в этом году инвестиции в зеленую экономику в республике выросли за год в 3 раза. И речь не только о проектах альтернативной энергетики. Новую жизнь получила отрасль переработки отходов. Инновациялық технологияларды қолдану экологиялық мәселелерді шешуге мүмкіндік беріп, ресурстарды пайдалануындағы жауапкершілікті артырады. Следующие участники индустриального телемоста – мусороперерабатывающий комплекс в Алматы и ТО «Радуга» из Петропавловска. Глубоко уважаемый Нурсултан Абишевич, мощность нашего комплекса позволит перерабатывать практически весь объем отходов крупнейшего мегаполиса страны. Для Алматы решение вопросов экологии – одна из приоритетных задач повышения качества жизни людей. Мы применяем и будем применять только самые современные технологические решения, использовать передовой мировой опыт. У нас благородная цель и амбициозные бизнес-планы. Курметте Елбасы, в своем недавнем послании вы отметили, что экспортоориентированная индустриализация должна стать центральным элементом экономической политики государства. Сегодня мы завершили новый проект – завод металлопластиковых изделий с полным циклом переработки вторичных полимеров и выпуском востребованных товаров народного потребления. Экономика простых вещей – это такие предприятия, как ТО «Радуга». Учитывая наше приграничное положение, 20% продукции нового завода мы будем экспортировать. Господин президент, вместе с коллегами из Алматы мы благодарим вас за то, что переработка отходов в Казахстане стала одной из приоритетных отраслей. Разрешите запустить производство. Получение в крупных мегаполисах огромного количества вторичного сырья, то бишь мусора, и его переработка сегодня в мире является очень выгодным бизнесом, которым мы еще не занимались. Хорошо, что вот это началось из Алматы, самый большой город, самый большой мегаполис, самые большие отходы получаются. И в результате работы алматинского переработывающего завода вы получили сырье для того, чтобы со вторичного сырья получить полимеры. И не только это, и другие вещи могут получиться. Поэтому этот опыт надо распространять. Точно такой же надо строить в Астане и в других крупных городах, чтобы весь мусор в Казахстане перерабатывался и из него производить продукцию, и бизнес получал свою выгоду. Спасибо за работу. Желаю успеха. Запускаем предприятие. Конкурентоспособность, инвестиции, технологии – это то, что определит будущее всей энергетики страны. 2018 жылы сала үшін үлкен жетістіктер жылы болды. Дәл қазір осы туралы сөз етеміз. Страной взят курс на модернизацию технического оснащения, внедрение инновационных технологий, повышение квалификации кадров и использование альтернативных источников энергии. Нефтегазовый комплекс. Драйверами в нефтедобыче страны остаются 3 крупных проекта – Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. В 2018 году добыча нефти ожидается на уровне 89 миллионов тонн. Модернизированы Павлодарские и Атырауские нефтеперерабатывающие заводы. И к концу года завершится технологическая реконструкция Шымкентского. И как следствие увеличится общий объем переработки нефти более чем на 1 миллион тонн. Приняты новый налоговый кодекс и кодекс о недрах, которые призваны активизировать инвестиции в недропользование. Большие возможности для добычи нефти и привлечения инвесторов открывает подписание исторического документа о правовом статусе Каспийского моря. Электроэнергетика. Казахстан имеет порядка 25% резерва мощности, что позволяет обеспечить необходимые объемы потребления электроэнергии до 2025 года. Газификация центральных и северных областей страны к 2040 году охватит порядка 2 700 000 казахстанцев. Строительство газопровода создаст более 800 рабочих мест, улучшит экологию регионов. Но Казахстан не стоит на месте. Задумываясь о последствиях энергетической политики, страной взят курс на развитие и поиск альтернативных источников энергии. В республике действует 58 объектов по возобновляемым источникам энергии. В этом году введены еще 10. С успехом внедряются зеленые технологии, наследие выставки «Экспо-2017». Для улучшения благосостояния населения после поручения президента Казахстана правительство реализует задачу по снижению тарифов. С введением с 1 января 2019 года рынка электрической мощности будет применяться новая тарифная методология для сектора производства электрической энергии. Таким образом, в
Казахстане сформирована взвешенная и перспективная политика, которая позволяет обеспечивать энергетическую независимость страны. В рамках программы «Нурлыжол» в нашей стране реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты, в том числе и в электроэнергетике. Талдыорган қаласы бізбен байланысты. Онда дәл қазір Семей Ақтоғай Талдыорган Алма 500 киловольт желісі іске қосылуға дайын тұр. А в Актюбинской области реализован проект по переработке попутного нефтяного газа на месторождении Хожасай. Аса құрметті Нұрсан Әбішұлы, тәуелсіздіктің 27-ші жылында Кегок ұлттық компаниясы солтүстік шығыс оңтүстік жобасының екінші кезеңі іске қосылуға дайын. Жоба бюджеттік қаражатынсыз жүзеге асты. Құрылыс басында 500 киловольттық үш жаңа қосалқы станция және 1770 шақырым электр желісі салынды. Жобаның арқасында сұранысы артып келе жатқан еліміздің оңтүстік аймағы электроқуатымен қамтамасыз етіліп, шығыс өңірінде тау-кен өнеркәсібі дамуына жағдай туады. Осылайша біз Қазақстан энергетик қауіпсіздігін арттырамыз. Глубоко уважаемый елбасы, ТО «Газпроцессинг компании» построил современный завод по утилизации и переработке попутного нефтяного газа на месторождении Хожасай в Актюбинской области. В данный проект вложены 100% частные инвестиции на сумму 42 миллиарда тенге. Мы выполнили ваши поручения по увеличению ресурсной базы и наполнению рынка страны товарным газом. Увеличивая переработку сырья, мы готовы осваивать новые виды продукции и выходить на экспорт в ближнее и дальнее зарубежье. Аса мәртебелі Нұрсұлтан Әбішұлы, екі энергетикалық кешенді қосуға рұқсат етіңіз. Бірінші айтылған кешен баяғыдан бері қарай армандап жүрген шығыс Қазақстан арқылы Талдықорған мен Алматыны электр жүйесімен қосу болатын. Осы болмай тұрған кезде Талдықорған Алматы облысының орталығы электроэнергетикалық жүйесінен шетте болатын. Өндірістер салынбады, жағдай болған жоқ. Мінекей қазір тұңғыш рет бүкіл өңірді, бұл өңір шекараны, Қытай мен шекарада жатқан өңір өркендетіру, өсіру үшін электр қуатын іске қостық. Бұл өте қуанышты жағдай. Газ деген Қазақстан, біз мұнай мен газды шығаратын елміз, сондықтан газдандыру деген барлық халықтың аузында. Қазіргі мына Сарыарқа деген жаңа газ құбырын салайын деп отырмыз. Оңтүстіктен орталыққа қарай осының барлығы халықтың жағдайын түзетуге, халықтың әл-ауқатын көтеруге жұмыс істейтін мәселе. Сондықтан өте қуанышты жағдаймен құттықтаймын. Өндірістің дайын болғанымен құттықтаймын. Іске қосайық. Ақ жол сәтті болсын. Ближайшие 4 года в нашей стране появится более 30 новых солнечных, ветровых и гидроэлектростанций. Қазір бізбен Жамбыл облысынан бурная күн электростанциясы мен Маңғыстаудан жел электростанциясы тікелей байланысқа шығып тұр. Уважаемый Нурстан Абишевич, в текущем году завершили второй этап СЭС «Бурная» и вышли на мощность 100 мегаватт. Это крупнейшая солнечная станция в СНГ. Мы также получили серьезную поддержку от Европейского банка реконструкции и развития. Именно за нашу уникальную станцию этот финансовый институт в мае 2018 года получил международную награду в номинации «Лучшая сделка в сфере солнечной энергетики». Это означает, что ЭБРР, поддержав Казахстан, сделал правильный выбор, который оценили авторитетные мировые эксперты. Мы благодарим вас, господин президент, за то, что в альтернативную энергетику в нашей стране приходят серьезные инвесторы. Именно вы делаете инвест-климат в Казахстане привлекательным для сотен компаний со всего мира. Улбасы, переход к зеленой экономике – это не просто амбициозная цель нашей страны. Это такие проекты, как наш. Летом 2018 мы начали строительство крупной ветряной электростанции на полуострове Мангышлак. Мы не случайно получили поддержку Министерства энергетики. 24 современные установки датской компании Vestas – это 12 миллионов киловатт-часов электроэнергии в месяц. Экологически чистая энергия ветра. Полностью объект будет готов летом 2019. Сегодня мы завершаем строительно-монтажные работы первого этапа и просим лично дать старт пусконаладочным работам. Мы специально провели Экспо-2017 на тему «Новая энергия». Все имели возможность видеть, какие разработки, новинки есть по всему миру к
какой опыт есть. Вы знаете, что весь мир, все государства борются за чистую энергию. И этот нажим будет продолжаться. Но, к сожалению, мы в этом вопросе отстаем. Нам надо увеличивать то, что вот в Джамбульской области самая крупная у нас солнечная станция, 100 мегаватт, это очень крупная станция. И это флагман, к которому надо определяться. У нас в Казахстане солнца много, земли хватает, и мы в будущем должны развивать. Точно так же и ветровая энергия имеет большую перспективу. Еще есть термальная энергия, к которой мы еще не приступали. Есть энергия других вещей, биологических, которые мы должны осваивать. Всего 1% электроэнергии в Казахстане пока что добывается вот таким зеленым способом. Аж к 2025 году мы хотим выйти на 3%. Очень медленные темпы, нам придется больше инвестировать. Некоторые страны Европы, даже развитые, 30, 40, 50% своих потребностей хотят получить из этой энергии. Пустыни Сахара в Африке разворачивается огромная площадь солнечных электростанций, которые будут обеспечивать Европу электроэнергией. Представляете? А у нас такие возможности. Поэтому я говорю о том, что это пример очень хороший. И надо сюда притягивать инвестиции, и государство тоже будет вкладывать. Ваш пример очень хороший. Поздравляю от души. Успеха вам желаю. Удачи. Запускаем предприятие. Агроөнеркәсіп саласы бұл еліміздегі жұмыс орындарының тең жартысы. Сонымен қатар, бұл еліміздегі дән-медал және органикалық егіншілікті дамытудағы батыл қадамдар. В этом году наша страна стала, к примеру, мировым лидером по производству льна, обогнав такие страны, как Россия, Канада, Индия и Китай. Алдағы уақытта да еліміз өнімділікті арттырып, ауыл шаруашылық кешеніне шетелдік инвестиция тартуды жалғастырмақ. Прямо сейчас аграрные амбиции страны. Қазақстанның ауыл шаруашылық кешені ұлттық экономиканы дамытудағы негізгі қозғаушы күшінің бірі. Ауқымды территория мен әртүрлі климаттық аймақтар мал және егін шаруашылықтарын дамытуға қолайлы. Соңғы 5 жылда ауыл шаруашылығы өнімдерінің өндірісі орта есеппен 1,5 есеге өсті. Ауыл шаруашылық кешеніндегі еңбек өнімділігінің орташа жылдық өсімі 24%. Қазақстан ұн экспорты бойынша әлемдік көшбасшы, әрі астық өндіретін үздік 10 елдің қатарына кіреді. Жыл басынан бері ауыл шаруашылық өнімдерінің шетелге сатылымы 30%-ға өскен. Оннан бөлек күнбағыс майы, мақта талшықтары, балық еті, кондитерлік өнімдер мен шоколад экспортталады. Биылғы жылы еліміз тұңғыш рет 16 мың тонна сиыр етін экспорттады. Терең өңдеу отандық ауыл шаруашылық саласының басым бағыттарының бірі. Осы күні елімізде бір ғана жүгеріден 28 түрлі өнім шығарылады. 2013 жылдан бері Қазақстанның аграрлық саласына 5 миллиард долларға жуық инвестиция тартылған. Биылғы жылдың 10 айында өсім 500 миллионды құрап отыр. Нәтижесінде трансұлттық компаниялардың қатысуымен жалпы құны 469.4 миллион ақш доллары болатын 12 ірі жоба жүзеге асып жатыр. Бүгінде дүние жүзі ауыл шаруашылық кешенінде табиғи өнімдерге басымдық беріп отыр. Бұл тұрғыда Қазақстанның әлеуеті зор. Экологиялық таза картоп, көкөніс пен бақша дақылдары ішкі нарықты толығымен қамтыды. Мұның барлығы халықаралық экспорт нарығында Қазақстанның сауда белгісіне айналуы мүмкін. Жақын аралық барлық мал түрлерінің санын көбейту жоспарланып отыр. Осылайша Қазақстанның әлемдік нарықта мал шаруашылығы өнімдерін экспорттаушы ірілге айналуына мүмкіндік туады. Атырау облысынан Карат жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ақылды диірмен кешені қызметкерлері елбасымен тікелей байланысқа шығып тұр. С нами на связи один из самых крупных проектов в аграрной отрасли последних лет – Макинская птицефабрика из Акмолинской области. Үшінші аграрлық жоба – Торғай ет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ет өңдеу кешені Қостанай облысы. Құрметті елбасы, біздің ұндүйірмен кешені ауыл шаруашылық саласын қолдау және цифрлы Қазақстан екі бірдей мемлекеттік бағдарламаның жемісі. Бұл ірі кешенді планшеттен басқаруға болады. Цифрлық технологияларсыз дамыған 30 елдің қатарына кіру мүмкін емес. Біз ауыл шаруашылық мамандары жаһандық бәсекеге қабілеттіліктің маңыздылығын жақсы түсінеміз. Қадырлы Нұрсұлтан Әбішұлы, жұмыс сапарымен біздің зауытымызға келгеніңізде қуаттылығы 50 мың тонна болатын елімізде ғана емес, бүкіл Орталық Азиядағы ең ірі құс фабрикасын салуға тапсырма берген едіңіз.
тапсырмаңызды бұжытпай орындадық. Бүгін біз еліміздегі құс етін импортын 30%-ға азайтып, экспортты ұлғайдататын жаңа құс фабрикасын бірінші кезегін іске қосуға дайынбыз. Бұл жоба Астана азық-түлік белдеуінің бір бөлігі. Тәуелсіз Қазақстан тарихында тұңғыш рет мемлекет қолдауымен Торғай өңірінде ет өңдеу кешен тұрғызды. Кәсіпорын жылына 3000 тонна ет өңдеуге дайын. Алдағы уақытта қуаты жылына 5000 бас болатын мал бордақылау алан саламыз. Осылайша Ақмола, Қарағанды, Қостанай облыстарының өнер аралық кооперациясы аясында ет кластерін дамытатын боламыз. Құрметті президент, ауыл шаруашылық мамандарының еңбегін кезекті рет қолдап, осы саладағы үш жаңа жобаны іске қосуға рұқсат етіңіз. Қазақстан үшін ауыл шаруашылығы ең үлкен саланың бірі. Болашақта өте үлкен үміт күтетін біздің өндіріс. Мен ылғи айтып жүрмін. Қазақстанның жері де кең, мүмкіншілігі де бар. Тек қана кен байлығы емес, жердің байлығы бар. Егер де біз осы өндірісті ұлғайтатын болсақ, біздің экспорттық жағдайымыз күшейеді. Қазақстанға түсетін қаражат көбейет, елдің байлығына жұмыс істейтін болады. Сондықтан мына үш өндірістің үшеуі де өте қажет. Әсіресе қазір жағдай қиындап тұрған Торғай облысындағы жаңағы іске қосылған елдерге жұмыс беріп, біраз адамды қуантқан шығар деп ойлаймын. Етті, сүтті, өңдеуді барлығы өте қажет, өте жақсы жұмыс істедіңіздер, тындырдыңыздар. Рахметімді айтамын, іске қосайық. Следующие участники индустриального телемоста доказывают, что переработка сельхозпродукции в Казахстане находится на подъеме. Алматы облысындағы Amarovin Food Тяньшань жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тағам өнеркәсібіндегі көшбасшы, ал Golden Camel Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Түркістан облысындағы жаңа экспорттық жоба. Құрметті елбасы, наш проект реализуется транснациональным холдингом Amarovin Food Holding, который специализируется на прямых инвестициях проекты по переработке продуктов питания и полуфабрикатов. И Казахстан не стал исключением. Уважаемый Нурсултан Абишевич, благодаря вашей поддержке нами в кратчайшие сроки был построен завод по глубокой переработке муки и производству продуктов питания и полуфабрикатов. Завод обеспечивает рабочими местами более 500 человек. До 80% продукции нашего завода экспортируется в Китай, Иран, Афганистан и в страны Центральной Азии. біздің кәсіпорын түйе және бие сүтін ұнтақ күйінде өндіретін Қазақстандағы жалғыз жоба. Өнімнің 90% шетелге экспортталатын болады. Жоба Түркістан, Қызылорда, Жамбыл облыстарында мал басын көбейтіп, түйе шаруашылығын дамуына септігін тигізеді. Біздің жоба Қазақстан мен Қытай арасындағы өзара тиімді серіктестіктің дәлелі. Қадірлі елбасы, инвесторларға көрсеткен қолдауыңыз үшін сізге алғыс білдіріп, қос зауытымыздың экспорт өнімдерін жөнелтуге рұқсат беріңіз. Өнімдерін өңдеу алдымызда тұрған ең алғы мақсаттың бірі. Бізде барлығы бар, бірақ та өңдеу болмағаннан кейін арзан бағаменен шикізат ретінде сатып жатырмыз. Соларды өңдеп, бағасын көтеріп сату өте қажет. Қазіргі уақытта сыртқа шығаратын жағдай туды. Қытайға да шығуға болады. Мына парсы шығанағына шығуға болады. Төңірегіміздегі көршілеріміз бар, Ресей бар. Сыртқа шығарып, сатып, экспорттап товарымызды ақша тауып, ауыл шаруашылығының өзін байыту, халыққа қаражат әкеп беру, өндірісті арғарай өндіруге біз қомақты қаржы жинайтын боламыз. Сондықтан жаңағы оннан кеспе шығару, одан арғарай да өңдеу деген шаруаны қазір Қытай Халық Республикасының бірге қолға алып жатырмыз. Мынау Алматы облысындағы жаңағы кеспе шығаратын өндіріс өте керек. Барлығы да қай жерде болса да ауыл шаруашылығының өнімін терең өңдеу мәселесіне мемлекет ылғи қолдау көрсетіп отырады. Сіздер мінекей өнеге өнер көрсетіп отырсыздар. Баршаларыңызға көп рахмет. Іске қосайық, жұмыстарың табысты болсын, бақытты болыңдар.
Нұрлы жол инфрақұрылымдық бағдарламасының арқасында еліміз дүниежүзілік көлік логистикалық жүйесінің маңызды бөлігіне айналды. Наша страна уже интегрирована в мировые маршруты нового шелкового пути. Ендігі жерде еліміз азаматтардың мобильділігін арттыруға бет алды. Казахстан стал одним из крупнейших транзитных хабов евразийского континента. Реализация стратегических решений президента Нурсултана Назарбаева по созданию мощной инфраструктуры сделали нашу страну неотъемлемой частью глобальной экономической системы. Мы – кратчайший коридор, связывающий Китай и Европу, Центральную и Юго-Восточную Азию с Ближним Востоком и государствами ЕАЭС. Сроки прохождения грузов и доставка товаров транзитом через Казахстан из Китая в Европу составляет 13-15 дней. Это в два раза быстрее, чем морским, и в 10 раз дешевле, чем воздушным транспортом. Уже через год во всех регионах Казахстана появятся современные транспортно-логистические центры. Сегодня такие центры уже действуют в Астане, Алматы, Шымкенте и Ахтубе. С начала года объем контейнерных транзитных перевозок по территории Казахстана между Китайской Народной Республикой и Евросоюзом увеличился на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ляньюньгань стал базовой точкой формирования казахстанско-китайского трансконтинентального сервиса, интегрированного с СЭС «Харгос Восточные ворота», где уже зарегистрировано 79 участников и налаживается производство. Полное подключение информационной системы «Астана-1» в разы ускорило таможенные процедуры. Программа полностью интегрирована со всеми государственными органами и действует по принципу «одного окна». Всего полчаса занимает обработка транспортных средств в порту Курык. Теперь, после запуска автопаромного терминала, это полноценный многоцелевой торговый узел международного уровня. Масштабная модернизация порта Актау позволила в разы увеличить его пропускную способность. В итоге почти треть всего грузопотока на Каспийском море приходится на долю казахстанских портов. Их мощности позволяют стремительно наращивать прямые перевозки до южных и западных портов Турции по запущенной год назад железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Строительство казахстанской части международного транспортного коридора Западная Европа-Западный Китай полностью завершено. С момента запуска грузопоток здесь увеличился в 2,5 раза, включая транзит в 3 раза. Только в нынешнем году охват дорожно-строительными работами по государственной программе «Нурлы жол» превысил 4,5 тысячи километров. В строительстве республиканской сети задействованы 100 тысяч человек. По поручению главы государства увеличено финансирование ремонта местных сетей. Это значит, к 2025 году 85% дорог областного и районного значения будут в хорошем и удовлетворительном состоянии. Как следствие, вырастет внутри региональная мобильность казахстанцев. С этой же целью уже в следующем году начнет работу «Fly Арстан». Низкобюджетная авиакомпания создается по личному поручению президента страны. Параллельно расширяется авиасообщение с крупными городами и международными финансовыми центрами мира. Только в этом году запущено 13 новых авиамаршрутов. Ожидается, что к концу года транзитный пассажиропоток превысит 1 000 000 человек. Благодаря политике Ельбасы Нурсултана Назарбаева Казахстан стал новым мостом между основными мировыми торговыми рынками. Нурсултан Абишевич, благодаря вам 2018 станет знаковым годом для всех газовиков Казахстана. Бізбен байланыста Қызылорда облысы, өңірде ел тарихындағы ең батыл әрі ірі жоба, Сарыарқа магистральдік газ құбыры іске қосылмақ. Қызылординская область, вам слово. Құрметті Елбасы, одна из пяти озвученных вами социальных инициатив – газификация центральной и северной части страны. Магистральный газопровод «Сарыарқа» пройдет по маршруту Қызылорда, Жезказган, Караганда, Темиртау, Астана. Протяженность составляет 1061 километров с пропускной способностью 2,2 миллиарда кубических метров газа в год. Реализация данного проекта позволит обеспечить газом 2 миллиона 700 тысяч казахстанцев. Господин президент, разрешите установить специальную капсулу послания будущему поколению в качестве доброго начинания первого этапа реализации проекта «Сарыарқа». Разрешаю. Это крупнейший проект наш. Наконец-то мы, как государство, добывающее нефть и газ, обратили внимание на газификацию центра Казахстана. Это амбициозный большой проект, большая длительность трубы, но наша индустрия уже имеет возможность быстро это делать. Я думаю, что мы в следующем году будем говорить о том, что почти закончилось строительство этого важного газопровода, который дойдет до нашей столицы,
пойдет дальше в другие регионы, поднимая промышленность, обеспечивая людей голубым топливом. Я вам желаю удачи и в сроки выполнить поставленную задачу. Вам повезло работать на этом важном объекте. Желаю успеха. Елбасымен тікелей байланысқа еліміздің тағы екі көлік-коммуникациялық жобасы шығып тұр. Западный Казахстан готовит создать участок автодорожного коридора в Россию и Восточную Европу. В Алматы готовы отчитаться о ходе строительства первого в истории республики концессионного проекта кольцевой автодороги. Алматы, Орал, сөз өздеріңізде. Құрметті елбасы, сіздің тапсырманыз бойынша 2018 жылдың мамыр айында үлкен Алматы айналма автокөлік жолының құрылысы басталды. Бұл жоба озық технологиялардың көмегімен салынатын заманауи көлік жол айрықтары, эстакадалар мен жол өтпелері бар. 6 жолақты, 66 шақырымдық жол. Құрылыс барысында 3000-ға жуық жұмыс орны ашылып, 150 миллиард теңгеден астам тікелей инвестиция тартылмақ. Жоба іске қосылған соң тәулігіне 38 мың автокөлік Алматыны айналып өтетін болады. Ал бұл өз кезегінде Қытай мен Еуропа арасындағы жүк тасымалын 3,5 миллион тоннаға ұлғайтуға мүмкіндік береді. Айналма жол қаланы өзін сонар көлік кетпелесін құтқарып, қала экологиясына жағымды әсерін тигізбек. Господин президент, консорциум турецкий и корейский компания понимает важность проекта для города и страны. Мы стали свидетелем качественного рывка Казахстана в вопросах качества жизни рядовых казахстанцев. Мы взяли на себя обязательство издать этот статусный проект в 2021 году. На сегодняшний день нами возведено 2 строительных городка на 2500 человек. Мобилизована техника и персонал. Иностранные инвесторы благодарят вас, Нурсултан Абишевич, за доверие. Құрметті елбасы, Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бойынша Орал-Тасқала автомобиль жолын қайта жаңғырту жұмыстары аяқталды. Екі жылдың ішінде өзге салалардан 1,5 мыңнан аса маман жұмысқа тартылып, 100 шақырым жол жаңартылды. Алдағы уақытта жол бөлігінің өткізгіштігі 2000-нан 7000-ға дейін көтерілетін болады. Сонымен қатар Қазақстан-Ресей шекаралық бекетінің көліктері өткізу қабілеті 2 есе артады. Осы жол Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізіндегі транзиттің өсуіне мүмкіндік береді. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, Орал-Тасқала тас жолы іске қосылуға дайын. Қозғалысты бастауға рұқсат сұраймыз. Инфраструктуралық бағдарламамыз негізгі бағдарламалардың біреуі болып саналады. Жеріміз кең байтақ, даламыз үлкен. Арасында қарым-қатынасы болмаса, жүктеріміз тез-тез жетіп тұрмайтын болса, экономикада өндіремейді. Сондықтан біз қолға алып отырған мынау жол салу мәселелері өте үлкен шаруа. Көп қаражатты қажет етеді. Қазақстанның күші осыған келіп отырғанына тәубе дейміз. Бұрын ондай жағдайымыз жоқ болатын. Қазір мінекей бірнеше 5 жылдықтың ішінде біз 17 мың километр жолды жөндіп жаңадан салатын боламыз. Темір жолды салып жатырмыз. Барлық Қазақстанның жолы еш уақытта тарихында қазақтар бұндай жолмен жүрген жоқ. То, что касается Алматинской дороги объездной, 38 тысяч автомашин не будет попадать в город, а будет объезжать. Это улучшит экологическую ситуацию, с одной стороны. С другой стороны, очень бурный поток грузов со стороны Китая в Европу будет проходить в более удобных условиях. Да, что касается Уральска, это выход в Россию, мы через Ахтюбинск выходим в Россию, через Уральск выходим в Россию. Надеемся, что россияне дальше продолжат эту дорогу, чтобы наши отношения и связи с Европой стали ближе. Табысты болыңдар, құттықтаймын. Кірісейік жұмысқа. Елбасымыз жариялаған цифрландыру ел мен жердің келбетін түрлендіріп жатыр. Реальный сектор экономики уже подсчитал, какие дивиденды принесет глобальный цифровой переход. Өнеркәсіп, денсаулық сақтау, білім, байланыс және коммуникация, қауіпсіздік саласы мен мемлекеттік басқару, мұның барлығы жаңа технологиялық бағытқа ауысып жатыр. О том, какие перспективы нашей стране несет масштабная цифровизация, узнаем прямо сейчас. –
жахандық 4-ші өнергәсіптік революция бастау алды. Бүгінде жаңа технологиялар өмірдің барлық салаларына өзгеріс енгізіп жатыр. Президентіміздің бастамасымен елде цифрландыру қолға алынды. Биылғы жылдан бастап цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асуда. Аталған бағдарлама аясында құрамына Астана Хаб, IT стартап халықаралық технопаркі, Алматы Тех Гарден арнайы экономикалық аймағы мен Назарбаев университеті заманауи кластер еретін жаңа инновациялық экожүйе құрылды. Бұл жүйе инвесторларға қолайлы бизнес жағдай туғызып, инфрақұрылымдық, қаржылық және құқықтық мүмкіндіктерді қалыптастырады. Цифрлық технологиялар өндіріске де белсенді түрде енгізіліп жатыр. Индустрия 4.0 элементтерін қолдану үшін 7 модельді фабрикалар анықталып, өндіріс кезеңдері оңтайландырылды. Сонымен қатар, индустриалды алпауыт кәсіпорындарды цифрландыру жүргізілуде. 2025 жылға дейін 102 кәсіпорында цифрландыру жобалары жүзеге асатын болады. Аграрлық салада егін алқаптарын цифрландыру толық аяқталды. 4 облыста ауа райын қадағалап отыру үшін 13 метеостанция орнатылды. 2019 жылы дәлме-дәл егіншілікпен айналысатын 10 ферма мен 10 мал шаруашылығы фермасын іске қосу жоспарланған. 2022 жылға қарай 2000-ға жуық шаруашылық цифрландырылады. Сондай-ақ BioGrain компаниясының жоғары технологиялық әрі ауқымды бірегей жобасы іске асып жатыр. Жоба бойынша дәнді және майлы дақылдардан глютен, крахмал, ұн, кеспе мен құрама жем өндіретін терең өңдеу технологиясы қолданылады. Экономика салаларында ғарыштық мониторинг жүргізу мақсатында жер маңайындағы орбитаға 6 жасанды жер серік шығарылды. Елде онлайн сауда белсенді түрде дамып келеді. Қазпошта акционерлік қоғамының негізінде Астана мен Алматы қалаларында электронды коммерция орталықтары ашылды. Қазақстандықтар цифрлық қызметтерді көптеп қолдана бастады. Осы күні халықтың 78% интернетке қол жеткізіп отыр. Тұрғындардың 75%-ында электронды денсаулық паспорты бар. 90%-дан астам мектеп білім берудің цифрлық ресурстарымен қамтылған. Электронды үкімет арқылы үйде отырып, мемлекет ұсынған 454 электронды қызметке қол жеткізуге болады. Олардың 80-нен астам түрі ұялы қосымша арқылы іске асады. Электронды еңбек биржасының арқасында жұмыспен қамтылған азаматтардың саны артты. Еліміздің ірі қалаларында Smart City жобалары іске қосылып жатыр. Қалаларда тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын автоматтандыру мен көшені жарықтандырудың ақылды жүйесі жүргізіліп, сыртқы бақылау камералары орнатылуда. Енгізіліп жатқан технологиялар біздің қауіпсіздігіміз бен жайлы өмірімізді қамтамасыз етеді. Осы күні цифрландыру бұл экономикалық даму, тиімді мемлекеттік басқару мен берекелі елге бастары біздің жолымыз. Чтобы цифровые технологии стали доступными, государству необходимо как минимум каждого казахстанца обеспечить высокоскоростным интернетом. Мемлекет басшысымен тікелей байланыста Шығыс Қазақстан облысының Озерки ауылы мен Жамбыл облысынан Өрнек ауылы. Жители именно этих сельских населенных пунктов стали первыми, кто получил широкополосный доступ в интернет в этом году благодаря программе «Цифровой Казахстан». Құрметті елбасы, активное участие в устранении цифрового разрыва между городом и селом принимают национальные телекоммуникационные компании «Казахтелеком» и «Транстелеком». Сотрудники этих компаний построят волоконно-оптические линии связи, которые обеспечат 1249 сельских населенных пунктов. Общая протяженность волоконно-оптических линий связи составит более 20 тысяч километров. Цифровая граница между городом и селом исчезнет. Уважаемый Нурсултан Абишевич, благодарю вас за возможность реализовать стратегический проект, имеющий ключевую роль в дальнейшей цифровизации казахстанских сел. Отмечу, что 3718 сельских учреждений будут подключены к передовым технологиям, а также иметь возможность использовать передовые мобильные технологии. Одним из первых в стране подключенных объектов стала средняя школа в селе Озерки Восточно-Казахстанской области, а первыми пользователями, конечно, педагоги и школьники. Құрметті президент Мырза, ауылдық жерлерді цифрландыру білім саласын ғана емес, сонымен қатар медицина мен мемлекеттік қызмет көрсету саларын да өзгертті. Жобаның арқасында Өрнек ауылының тұрғындары жылдамдығы секундына 20 мегабит сапалы интернеттің пайдасын сезініп, цифрлік кеңістіктің алғашқы тұтынушыларына айналды. Транстелеком компаниясы осы жобаның сапалы әлі өз уақытында жүзеге асатына кепілдік береді. Нұрсұлтан Әбішұлы, цифрлік Қазақстан мемлекеттік бағдарламасының арқасында өмір сүру сапасының артқаны үшін ауыл тұрғындары сізге алғысын білдіреді. Цифрландыру мәселесіне Қазақстан жақында ғана кірісті. 1-2 жылдың ішінде бұл мәселемен дүниежүзінің барлығы шұғылданып жатыр. Бұл болашақ. Біз цифрландыру арқылы Қазақстанның экономикасының
өнімділігін 2,5 есе өсіреміз деп отырмыз. Барлық салада адамның өміріне әсіресе денсаулығына, әсіресе алу, сату мәселесіне, өмір сүру мәселесіне, жүру мәселесіне, неше түрлі мемлекеттен алатын жаңағы жағдайлар мәселесі жөнінде бәрімізге көмектесетін болашақтың технологияның болашағы. Это будущее наше. Цифровизацией мы будем продолжать заниматься. Правительство специально этим занят. Я с удовлетворением отмечаю, что активно мы работаем в последнее время, не отстаем. Этим занимается наш Евразийский союз весь, да и весь мир занимается. Нам нельзя отстать. И то, что вы сейчас доложили, это события очень радостные. И дальше. У нас территория большая, населенных пунктов 7000. Мне сейчас показывали, как дроны доставляют почту во все населенные пункты. И телевизор, интернет работает во всех населенных пунктах. Это великое достижение. Желаю успеха. Давайте будем работать. Цифровизация – это то, что реально помогает в глобальной конкурентоспособности не только подрастающему поколению, но и казахстанскому бизнесу. Елбасымен байланыста диджитал атауына сай 4 нысан. Екібастұздан сандық валюта өндіретін еліміздегі жалғыз майнингтік ферма. Из Костанайского региона самый цифровой мельничный комплекс в республике ТО «Бест Костанай». Үшінші кезек модем, коммутатор және автоматты цифрлық телефон станцияларын өндіру жаңа зауытында. Астанадан Digital System Service жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Четвертое предприятие – инновационный завод приборостроения из Алматы, ТО «Кастех Инновейшнс». Уважаемый Нурсултан Абишевич, для нас будет огромной честью, если вы лично дадите команду на запуск самого крупного дата-центра в Центральной Азии. Общая стоимость проекта и вычислительного оборудования составляет 5 миллиардов тенге. Всего за 4 месяца с начала проекта нами уже выплачено в бюджет более 370 миллионов тенге налогов и сборов. Речь идет о предприятии со штатом всего в 50 человек. Господин президент, на сегодняшний день у Казахстана есть все необходимые преимущества для того, чтобы сделать нашу страну лидером в этой отрасли. На следующий год мы ставим перед собой амбициозную цель – увеличить мощности в несколько раз. Құрметті елбасы, в рамках реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» сегодня мы запускаем крупный, единый и полностью автоматизированный мельничный комплекс в Казахстане мощностью 155 тысяч тонн в год. Наша область ежегодно производит более 1 миллиона тонн муки. Запуск данного предприятия позволит обеспечить рост объемов производства муки на 16%, увеличив экспортный потенциал на 20%. Благодаря цифровым технологиям управлять данным комплексом можно удаленно с любой точки мира. Создание мельничного комплекса было бы невозможным без оказанной поддержки государства в рамках программ, принятых правительством по вашему поручению. Уважаемый Нурсултан Абишевич, мы впервые в нашей стране создали завод по производству модемов, коммутаторов и автоматических цифровых телефонных станций. Основой производства стали казахстанские разработки как аппаратной, так и программной части, производимые нами оборудование. Все разработки защищены авторскими правами, патентами и свидетельствами. Доля местного содержания превышает 50%. Нурсултан Абишевич, продукция из столицы нашей родины Астаны будет поставляться на экспорт страны ближнего и дальнего зарубежья. Глубоко уважаемый Елбасы, на территории парка инновационных технологий в рамках вашего поручения плана нации 100 конкретных шагов завершено строительство высокотехнологичного завода радиоэлектроники. Нами разрабатываются 6 перспективных проектов, 2 из которых готовы к серийному производству. Мы создали первый в Казахстане электронный браслет. Проект способствует дальнейшей гуманизации системы уголовных наказаний, а также экономит бюджету до 20 миллиардов тенге в год. Также впервые произвели очки с 4 видеокамерами, снимающими панорамное видео в режиме 360 градусов одновременно от первого лица. Получены мировые патенты, престижные международные награды и предварительные заказы из 70 стран мира. Коллективы 4 цифровых предприятий республики ожидают Нурсултан Абишевич вашей команды на запуск. Очень приятная новость для всех, для нас. Это результат цифровизации нашей страны, внедрение новых технологий. Вот то, что вы рассказываете, никогда у нас в стране не было. Совершенно новое производство для всех, для нас. Экспортное производство и производство, которое продвигает научно-технический прогресс дальше. Я поздравляю вас всех, что вы работаете на таком острие технологии. И желаю вам дальнейших успехов и новых разработок, которыми вы будете нас радовать. Давайте запустим предприятие. Желаю вам успеха.
На прямой линии с президентом уникальный проект безбумажного документа оборота «Ефрейт» и «Фулфилмент центр» компании «Казпочта». Сондайық байланысты «Қазтрансойл» компаниясының цифрландырылған диспетчерли орталығы. Барлық үш нысанда Астана қаласында. Құрметті елбасы, проект «Ефрейт» – это информационная система безбумажного документа оборота в области грузовых авиаперевозок. Ее запуск – это выполнение 67-го шага плана нации. Новый сервис повысит привлекательность воздушного пространства Казахстана для транзитного грузопотока, увеличит конкурентоспособность казахстанских авиаперевозчиков, снизит время и затраты на оформление грузов. Партнером государства в проекте ГЧП стала наша частная компания. Мы являемся резидентом IT-инкубатора Astana Hub, который также является вашей инициативой. Огромное спасибо вам, Нурсултан Абишевич, за поддержку цифровой отрасли страны. Именно поэтому проект «Ефрейт» в опытную эксплуатацию должен быть запущен вами лично. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, 2017 жылы Қазпочта қуаттылығы тәулігіне 120 000 сәлемдермен сұрыптай алатын автоматтандырылған желіні іске қосты. Биылғы жылы электронды коммерция орталықтары жұмыс істей бастады. Ұлттық почта операторы бүгінде әлемдік интернет дүкендерге кешенді қызмет ұсына алады. Электронды коммерция нарығында 42 000 жаңа жұмыс орны ашылды. Қазақстанда электронды самодуан дамытуға бағытталған бүкіл инфрақұрым қалыптасқан. Бүгінде Астана, Алматы мен Ақтөбеде фулфилмент орталықтары жұмысын бастауға дайын. Олардың жобалық қуаттылығы жылына 8 миллион сәлемдеме, ал болжамды экономикалық әсері 3,6 миллиард теңгені құрап отыр. Бүгін Қазпочта акционерлік қоғамы аталған орталықтарды іске қосуға дайын. Господин президент, компания «Казтрансойл» не осталась в стороне от глобального тренда на цифровизацию. Мы создали диджитал-систему управления транспортировкой нефти в Казахстане. Нам пришлось серьезно трансформировать компании и все процессы. Окончательной централизации и цифровизации удалось достичь в 2018 году. Сегодня главное диспетчерское управление – фундамент цифровой экосистемы «Казтрансойла». Это уникальный проект. В режиме онлайн главное диспетчерское управление ведет прием и сдачу нефти, осуществляет поставки сырья на 4 казахстанских нефтеперерабатывающих завода, экспортирует углеводороды на внешний рынок, ведет налив нефти в порту Актау. В июле этого года цифровые технологии были апробированы при запуске в эксплуатацию нефтеперекачивающей станции Кинкиак в Актюбинской области. Нурсултан Абишевич, сильный Казахстан – это цифровой Казахстан. Диджитал-проекты страны просят вас дать команду на старт. Правильно говоришь, сильный Казахстан – это цифровой Казахстан. Мы все на это работаем. Все предприятия, вот радостные события накануне Дня независимости и Нового года – и это хорошее предприятие, и вы показываете, что внедрение цифровой технологии помогает всем нам лучше работать и качественно выполнять задачи. Поздравляю, желаю успеха. Запускайте. Құрметті елбасы, биылғы телекөпірге өз салаларының көшбасшылары саналатын 28 кәсіпорын қатысты. Бұл нысандар елбасы саясатының арқасында пайда болған жобалар мен Қазақстанда жасалған белгісімен өнім шығаратын кәсіпорындар. Политика индустриализации принесла нашей стране конкретные результаты. Активное импортозамещение, трансфер технологий, прямые иностранные инвестиции. Бүгінде отандық өнеркәсіп жаңа өнім түрлерін өндіруде. Қазақстандық өнімдер бәсекеге қабілетті сапа деңгейі мен тиімді бағасының арқасында экспорттық нарықтарды жаулап жатыр. Господин президент, 7 тысяч работников индустриальных и цифровых проектов, а с ними 18 миллионов казахстанцев ждут ваше обращение к нации. Құрметті бүгінгі конкурсқа қатынасушылар, біз жер асты байлығына мол еліміз, Құдайға шүкір. Бізде кендердің барлық түрі бар. Дегенменен ол байлықты қолданып біз өсіп жатырмыз әрине, бірақ та біз басқа экономиканы құрмасақ, кейінгі кезде қалып қалатынымыз белгілі болды. Себебі мұнайдың да, газдың да, темірдің де, көмірдің де бағалары біресе шалқылап жоғары шығып, біресе төмен түсіп, экономикасының жағдайын қиындататынын біз көрдік. Сондықтан 2-5 жылдықтың индустриялық жасап жатырмыз. Ана ол да керек өсе береді, ал болашақта ол жердің байлығы өкінішке орай бір кезде таусылатын болады, әлі де біраз уақыт болады дегенменен.
Сонтан біз жаңа экономиканы құру керек. Мінекі бүгінгі айтып жатқан 28 жоба сол жаңа экономиканың нысаны. Өте қуанышты, өте жағдай. Бұның барлығын теледидар арқылы, ақпарат құралдары арқылы халыққа жеткізуіміз керек. Біздің елдің, халықтың, мамандардың, ғалымдардың істеп жатқан үлкен еңбегі. Индустриялану дегеніміз экономикалық саясатпенен бірге. Біз жыл сайын дәстүр бойынша жаңа өндіріс орындарын ашып, тың жаңалармен осылай танысып, елге паш етіп отырамыз. Сондай-ақ парыз, алтын сапа және Қазақстанның үздік тауары ұлттық конкурстарының жеңімпаздарын марапаттаймыз жыл сайын. Ол дұрыс деп санаймын. Осыған қарап сапты жоқ, басқа өндірістерді өсіп өркінде береді деп сенеміз. Өз кәсібін ілгерілетіп алға шыққан кәсіп орындарды атап қошемет дегеніміз дұрыс деп санаймыз, барлық жерде де солай істеуіміз керек. Уважаемые участники сегодняшней встречи, дамы и господа, сегодня мы еще раз подвели итоги индустриализации текущего года. Поздравляю всех вас с новыми предприятиями, новыми специальностями, новыми доходами, новыми заработными платами для работающих и их семей. И всего самого доброго, счастья и здоровья. Как я уже говорил, мы не первый год осуществляем структурные преобразования и институциональные реформы. Принимаем меры по диверсификации нашей экономики. Проводим масштабную работу по совершенствованию условий для ведения бизнеса, улучшению инвестиционного климата, судебной системы. Как вы знаете, я этим занимаюсь постоянно, и правительство этим занимается. И это все условия с каждым годом улучшаются. В прошлом году мы дали старт третьей модернизации страны. В текущем году я объявил реализацию 5 социальных инициатив. Вам это все известно. Основным лейтмотивом послания в этом году является рост благосостояния наших граждан, качество жизни всех казахстанцев. Все это необходимо для того, чтобы нам поднять конкурентоспособность страны в мировой конкуренции. В рейтинге Doing Business Всемирного банка, как вы знаете, Казахстан занял 28-е, очень почетное место. В то же время перед нами стоят большие задачи по дальнейшей диверсификации, улучшению инфраструктуры, повышению производительности труда. К сожалению, приходится констатировать, мы еще находимся в начале пути. Поэтому стоит большая работа, нам расширять надо все, что мы сегодня говорили, по всем направлениям. Индустриальная программа стала одним из ключевых факторов создания устойчивой, дифференцированной экономики, которая не будет поддаваться колебаниям мировой конъюнктуры. Это подтверждается конкретными результатами развития, особенно обрабатывающей промышленности, чего у нас не было. Мы были добывающей республикой еще в советское время, но не обрабатывающей, обрабатывали в других местах. И деньги зарабатывали в других местах, но не мы. За годы индустриализации мы запустили 1250 новых предприятий. Только 100 пущены в этом году. Легко сказать, 1250 – это сколько труда, сколько денег вложено. Создано 300 тысяч новых рабочих мест. Это 300 тысяч умножьте на членов семьи, это будет почти 1,5 миллиона людей за счет этих предприятий имеют доходы. Сегодня 110 стран мира потребляют нашу продукцию. Вот столько стран мы экспортируем товары Казахстана. Ключевыми рынками, конечно, являются Китай, Россия, Центральная Азия, страны ЕС и Европейского Союза. За последние годы мы начали выпускать более 500 видов продукции, ранее в Казахстане никогда не производившихся, и экспортировать порядка 50 новых видов товаров за пределы нашей страны. Объем производства с 2009 года в обрабатывающем секторе увеличился более чем 3 раза, то есть 9 за 8 лет, за 7 лет, а по итогам 2017 года составил почти 9,5 триллионов тенге. Надо сказать, это неплохие успехи нашей работы.
Доля обрабатывающего сектора в структуре промышленности увеличилась с 36 до 42%, а экспорт обрабатывающей промышленности с 28 до 32% в общем объеме экспорта. Мы вообще мечтать об этом когда-то не могли, чтобы в структуре промышленности 42% была обрабатывающая промышленность. То есть мы повернулись, мы чуть-чуть повернули дорогу свою в эту сторону и начали работать как следует. 1/4 всех иностранных инвестиций, которые сейчас идут, именно на обрабатывающий сектор, то есть более 5 миллиардов долларов. Мы говорим, что более 300 миллиардов мы привлекли за эти годы в Казахстан инвестиций прямых и кредитов еще больше. В основном они шли на энергетику, на нефть и газ. А вот сейчас, как вы видите, уже 1/4 поворачивается, потому что внешний иностранный бизнес видит выгоду в том, что мы делаем. Кардинально изменились облик структуры целого ряда отраслей и секторов экономики. Так, в отечественной металлургии появился ряд новых изделий из стали. Мы производили сталь, медь, свинец и так далее, но производили и продавали сырьем. Я все время говорил, надо создавать 3-4 переделы и из этих изделий переводить продукцию. Объем произведенной готовой продукции вырос в 2 раза. 500 тысяч тонн в 2009 году до 1 100 000 тонн в текущем году. Созданный алюминиевый кластер позволил нам сегодня производить 250 тысяч тонн первичного алюминия. Мы об этом уже говорим несколько лет. Это чтобы евразийская группа слышала, о чем я говорю. Пора увеличивать количество этого алюминия. Есть на этот счет договоренности, не затягивать этот вопрос. Более 40 тысяч этого металла перерабатывается внутри страны в готовую продукцию. Алюминиевую катанку, профили, алюминиевые сплавы и диски. Теперь надо думать, как дальше переработать, из них делать готовые изделия, те же простые вещи. Простых вещей мы об этом говорим. То есть у нас не хватает бытовых приборов своих. У нас не хватает, импортируем одежду и всякую чепуху, которую в Казахстане можно делать и бизнесу, и нашей организации «Атамекен» надо обратить особое внимание. Мы витаем там где-то в облаках, тот заводы надо делать, вот транспорт надо делать, а люди не нуждаются в простых вещах. Мы все одеваемся в заграничные дорогие одежды. Почему нам не производить внутри себя? Я знаю, что наша легкая промышленность очень хорошие товары производит сегодня. Не умеем рекламировать, не умеем пользоваться отечественными продукциями. 6-кратный рост металлической арматуры позволил полностью отказаться от импорта этой продукции на строительных площадках. За счет реализации таких крупных горнодобывающих проектов, как строительство Башакульского, Актогайского горнообогатительных комбинатов, увеличилась добыча медной руды в 3 раза, до 95 миллионов тонн. Мы находились на грани остановки Джазказганского, Балкашского медополовинных комбинатов из-за отсутствия сырья. Теперь мы на 40-50 лет обеспечили их, а может и больше, сырьем и товарами, чтобы они работали спокойно. Доля казахстанского титана, например, в мировом рынке увеличилась в 1,6 раза. Составляет 11%. В аэрокосмической отрасли составляет 17%. Запуск в 2013 году афинажного завода «Таукен Алтын» фонда «Самурок» позволил произвести 47 тонн чистого золота. Мы сейчас вот видели это. А в целом Казахстан стал производить более 80 тонн золота в год. Это считается очень крупным производителем в мире этого металла. Машиностроение стало одним из самых динамично развивающих отраслей, и это очень важно. Будет машиностроение, будут новые товары, новые изделия, новые оборудования. Значит, обновляться будут наши предприятия. За 7 лет объемы производства в этой отрасли увеличилось 2,6 раза. На сегодня каждый второй проданный легковой автомобиль, да и грузовой, внутри страны выпущен на наших отечественных предприятиях. Когда мы об этом могли мечтать и говорить? Мы также активно проводим работу по развитию инфраструктуры. За последние 10 лет
общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры, логистических предприятий составил порядка 30 миллиардов долларов. За годы независимости построено, реконструировано 12,5 тысяч километров автодорог, более 2,5 тысяч железных дорог. Никогда, ни в советское время, никогда Казахстан не делал такой работы. Казахстан успешно интегрировался в международный транспортно-коммуникационный поток. На сегодня работа в этом направлении продолжается в рамках госпрома «Нурлыжол», который стыкуется с Великим Шелковым путем, идея которого китайский руководитель объявил здесь, именно в Астане. Мы создаем максимально благоприятные условия для обеспечения высокого качества жизни наших граждан. Опережающими темпами ведется строительство жилья в рамках программы «Нурлыжер». В прошлом году мы достигли рекордного показателя. В стране построено 11,2 миллиона квадратных метров жилья. В этом году планируется ввести 12 миллионов квадратных метров, то есть 100 тысяч семей получат новые квартиры. В рамках программы «Цифровой Казахстан» мы приступили к реализации задач по цифровизации флагманских наших отраслей. Сегодня нам и был дан старт наиболее значимым проектам – машиностроении, химии, пищевой промышленности, производства строительных материалов и других. Мы также получили представление о проектах, в которых уже реализуются различные цифровые инновационные решения, позволяющие повышать эффективность производства. К примеру, «Казтех Инновейшн» Алматы – это первый завод в стране, который будет выпускать дроны промышленного назначения, высокотехнологичную электронную аппаратуру для всех отраслей экономики Казахстана. За счет применения роботизированных манипуляторов на ТОО-Пром-Машкомплект Павлодарской области удалось увеличить номенклатуру выпускаемой продукции 2,3 раза, объем экспорта почти в 10 раз. Технологические перевооружения промышленности с элементами четвертой промышленной революции является важной составляющей индустриальной программы страны. Экономика Казахстана должна перейти на принципиально новую модель развития, обеспечивающую конкурентоспособность на мировом рынке. Вы же все сейчас все знаете, читаете интернет, есть, видите, как развивается мир, как развивается конкуренция, как страны рвутся вперед, чтобы не отстать. И мы тоже не должны стоять на месте. Необходимо максимально эффективно использовать и наращивать имеющийся у нас экономический потенциал в рамках Евразийского экономического союза, международной инициативы «Один пояс, один путь». Кроме этого, важно также полноценно задействовать возможности инвестиционных соглашений с нашими партнерами. И посмотрите, в один год только перевозка выросла почти на 52%. Здесь было сказано на 60 миллиардов заключенные контракты по строительству новых совершенно предприятий в Казахстане. Это должно быть под контролем правительства, соответствующих министерств, чтобы каждый проект был качественным и в свое время начат и введен. Уважаемые друзья, как видно из отчетов и сказано мной, достигнуто немало. Однако новые вызовы, которые идут в мире, требуют от нас, чтобы мы продумали стратегию третьей программы индустриализации конкретными результатами. Она должна сохранить преемственность и сфокусироваться на развитии обрабатывающей промышленности экспорта. К 2025 году производительность труда должна вырасти в 1,7 раза, экспорт продукции – 2,3 раза. Каждый год по этому показателю надо подводить итоги. И каждый квартал следить, насколько, какая область, какая отрасль подняла производительность труда. Это очень важно. Иначе мы отстанем. Иначе доходы людей не будут расти, экономика не будет расти. А это как раз переработка, обрабатывающая промышленность, увеличение добавочной стоимости нашей продукции. Смотрите, мы же ведь реконструировали сейчас все нефтеперерабатывающие заводы, теперь полностью Казахстан обеспечен своими нефтепродуктами, в том числе авиационным топливом, которое мы
всегда завозили здесь. Мы его завершили, сейчас есть у нас резерв. Электроэнергии у нас есть профицит, тоже есть возможности развиваться. То есть на поддержку обрабатывающей промышленности несырьевой сектор будет постоянно поддерживаться. Вы хорошо знаете, что я поручил выделить на это дело еще 500 миллиардов тенге. Эти средства будут направлены на расширение инструментов комплексной финансовой и нефинансовой поддержки экспорта ориентированных именно предприятий. Во-первых, будет осуществлен переход от отраслевых приоритетов в пользу поддержки эффективных производителей во всех отраслях обрабатывающей промышленности. Именно их эффективные будут больше поддерживаться, и они получат больше денег. Приоритеты будут более успешные, гибкие компании, внедряющие новые технологии и инновации. Что это такое, вы хорошо все знаете. При этом прямая поддержка будет предоставляться в обмен на встречные обязательства бизнеса по достижению конкретных результатов. Есть конкретные результаты, под эти конкретные результаты финансирования должно быть. Это рост экспорта, увеличение номенклатуры товаров, повышение сложности экспортной корзины и другое. Во-вторых, необходимо стимулировать развитие экономики простых вещей. Я уже по ходу разговора говорил. Нужно направить усилия на импортозамещение технологически сложных потребительских товаров, на которые мы не обращаем внимания. Это лежит на поверхности, потребитель его будет брать. Естественно, наше будет дешевле и, может быть, в чем-то уступает в качестве, но оно будет хорошим, нормальным. И дорогущие товары, которые сейчас в магазинах полны, люди поймут, где лучше надо покупать. Но мы не производим еще этих вещей. По моему поручению будет предоставлена дополнительная ликвидность в размере 600 миллиардов тенге на кредитование приоритетных проектов банками второго уровня. Особенно надо обратить внимание на легкую промышленность, которую мы забыли когда-то. Она была, мы забыли ее. Просто надо внимательно посмотреть, что мы можем сделать, какие крупные предприятия создадим для того, чтобы легкая промышленность давала то, что людям надо повседневно. Надо довести средства, выделенные до конечных получателей, и конкретно контролировать. В-третьих, повышение производительности труда, укрепление частного сектора. Необходимо продолжить работу по улучшению бизнес-среды, в том числе либерализации законодательства, чем мы постоянно занимаемся, сокращение административных барьеров, что тоже делается. Надо посмотреть, что еще можно сделать. Продолжить работу по сокращению присутствия на рынке государства. Нужно усилить процесс приватизации и проведения IPO. Не остановить приватизацию, продолжать. Меньше государства в бизнесе, больше бизнес там должен работать, создать условия. И эффективное управление будет, и пользы будет больше. В-четвертых, следует активизировать работы по внедрению результатов научно-технической деятельности в реальный сектор экономики. В Назарбаев университете, недавно я был, там запущен современный научно-исследовательский комплекс, где размещены 120 лабораторий. Ну, не все еще они работают, они скоро будут работать, но много работает уже по самым передовым направлениям. Государственным органам, национальным компаниям, бизнес-сообществу необходимо чаще туда заглядывать и организовать тесные сотрудничества по внедрению научных разработок. Мы IT-стартап на месте Экспо открыли недавно и посмотрели, как ребята эти работают и какие новинки они уже выдумали, производят уже, готовы отдать производству, но коммерциализация идет медленно. Во всем мире бизнес поддерживает новости. Это именно наука и именно новости поднимут ваше производство. И производительность поднимет, и цену ваших товаров поднимет. И они должны развиваться на заказы конкретных предприятий, в которых предусматривается решение производственных задач, в том числе частных инвестиций. Это еще один ключевой фактор нашего инновационного развития. В-пятых, с этого года заработал Международный финансовый центр Астана высокотехнологической финансовой инфраструктуры. Недавно мы открыли там, как я сказал, международный технопарк, IT-стартап Астана Хаб.
Он станет ядром нашей инновационной экосистемы, будет способствовать генерации IT-талантов. Все эти проекты должны послужить развитию индустриализации, привлекая финансовые средства и новые разработки. Құрметті ханымдар мен мырзалар, достар, индустрияландыру саясатын табысты нәтижелі жүзеге асыру баршамыздың ортақ міндетіміз болып отыр. Біз бұл тұрғыда өз кәсіпкерлерімізге зор сенім атып, ауқымды жетістіктер күтеміз, сол үшін көмектесіп те жатырмыз. Отандық бизнес өкілдері ұлттық экономиканың тірегі және негізгі қорғаушы күші. Бүгін біз «Алтын сапа» парыз ұлттық конкурстарында жеңіске жеткен кәсіпкерлерімізді марапаттайық деп отырмыз. Осы конкурстың арқасында көптеген компаниялар нарықта танымал болып, жемісті жұмыс атқарып жүр. Сондай-ақ бизнес жүргізу жеңілдігі рейтингінде өңірлер бойынша бірінші орын алған өңір облыс және аудан басшыларын атап өтеміз бүгін. Жыл сайын солай жасайтын боламыз. Елімізді өркендетуге үлес қосқан еңбеккерлерді, барлық жеңімпаздарды шын жүрегімнен құттықтаймын. Сіздердің жарқын жетістіктеріңіз Қазақстанның абыройын асқақтатып, беделін биіктетеді. Атқарылған ауқымды жұмыстар мен игі бастамаларыңыз үшін бәріңізге шынайы алғысымды білдіремін. Бұл бәріміздің, өзіміздің туған отанымыз Қазақстанға деген істеп жатқан еңбегіміз, бұл біздің болашағымыз, біздің балаларымыз бен немере шөбелеріміздің болашағы. Алдағы уақытта толағай табыстарға жете берулеріңізге шын жүрегімнен тілектеспін. Алдымызда еліміздің тәуелсіздік күні мерекесі келе жатыр. Оның ар жағында жаңа жыл келе жатыр. Мына жағдайды пайдалана отырып, осы отырған баршаларыңызды, бүкіл Қазақстан халқын сол мерекелермен, қуанышты күндермен шын жүрегімнен құттықтаймын. Толағай табыс тілеймін, зор денсаулық, әр жанұяға бақыт береке тілеймін. Бірлік пен бейбітшілік басымызда болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, барлық қатысушылардың атынан сізге жылы лебізіңіз және жоғары бағаңыз үшін алғыс айтуға рұқсат етіңіз. Мы приветствуем всех победителей. Сегодня на этой сцене торжественно были вручены высокие награды в учрежденных вами премии «Алтын сапа», а также конкурсов «Лучший товар Казахстана» и «Парыз». Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігіндегі республикалық «Парыз» сыйлығының бас жүлдесі Қазақстан Республикасы президентінің гран-приі «Қазсинк» компаниясына табысталады. жылы «Қазсинк» акционерлік қоғамы қайырымдылыққа қосқан үлесі үшін 11 миллиард теңгені құрады. Лауреатом премии президента Республики Казахстан «Алтын сапа» в специальной номинации «Лучший индустриальный проект» становится компания «Азала Текстиль», город Шымкент. Қошеметтеріңіз. «Алтын сапа» президент сыйлығының үздік инновациялық жоба арнайы номинациясының жүлдегері «Қазтех Инновейшнс» компаниясы Алматы қаласы. Рейтинг қорытындысы бойынша 2017 жылы бизнес жүргізуге қолайлы жағдай жасаған үздік аудан болып, Батыс Қазақстан облысының Теректі ауданы танылды. По итогам рейтинга за 2018 год лучшим регионом, создавшим наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса, признана Кызылординская область. Мы поздравляем всех победителей с высокими наградами. Приглашаем всех лауреатов и дипломатов на общее фото с президентом.